Здравствуйте, наши дорогие и любимые любители астрологии! Началась новая неделя, а это значит, что прямо сейчас для вас астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 января, который специально для Слуцк ТВ подготовила белорусский астролог Екатерина Олейникова. Не забывайте заходить на ее страничку в Instagram, там Екатерина публикует множество полезной и интересной информации для любителей астрологии. Ну а я, Анастасия Жигаль, вас с этим астрологическим прогнозом прямо сейчас ознакомлю. Предстоящая неделя принесет удачу тем, кто умеет много и интенсивно трудиться. Именно к этому на этой неделе склоняют нас звезды. Середина недели выдастся особенно богатой на эмоции и действия, а вот выходные дни склоняют к приятному общению и поездкам. Финансовая тема на этой неделе все так же будет актуальна для вас, наши дорогие и любимые овны. Возможны незапланированные расходы и траты. Многое в решении вопросов будет зависеть от вас и вашей активности, особенно начиная с середины недели. Выходные дни – это отличное время, чтобы провести его в общениях и поездках. Дорогие и любимые наши тельцы, на этой неделе многие представители вашего знака зодиака погрузятся в работу и начнут осваивать новые виды деятельности. Начало недели будет присутствовать желание уйти в себя. Будьте внимательны к своему здоровью. Начиная с середины недели и выходные дни – подходящее время заняться своим внешним видом, устроить разгрузочные дни и правильное питание. Наступающая неделя – это время, когда важно уделить внимание своему здоровью и здоровью своих близких. Дорогие и любимые наши близнецы, именно сейчас активность и принятие решений и честность перед самим собой будет играть немаловажную роль. Ближе к выходным дням – подходящее время для получения новой информации, знаний и приятного общения. Планы на будущее, дела этой недели могут начать реализовываться такими быстрыми темпами, дорогие наши и любимые раки, что от вас потребуется хорошая сноровка, чтобы успеть все. Середина недели – это отличное время для новых начинаний и новых действий, а вот ближе к выходным дням важно хорошенько отдохнуть. Именно так располагают звезды. Дорогие и любимые наши львы, именно эта неделя для представителей вашего знака зодиака потребует устойчивости в активных действиях в профессиональной сфере и терпения в личной жизни. Середина недели выдастся наиболее перспективной. Самое главное – не опускать руки и действовать. Ближе к выходным дням – отличное время для общения с друзьями и новых знакомств через интернет. Дорогие и любимые наши девы, на этой неделе вам необходимо уделить внимание своему здоровью и рабочим отношениям. Возможно, недопонимание ситуации, требующие резкого реагирования. Выходные дни – это подходящее время для общения через интернет, получения нужной информации и социальной реализации. Дорогие и любимые наши весы, данная неделя – это время, когда придется решать различного рода кризисные ситуации и искать новые возможности для дальнейшего движения вперед. Начало недели – это отличное время для выстраивания партнерских отношений и отношений с клиентами. А вот середина недели – время, когда важно не опускать руки и уметь вовремя отпустить ситуацию, а иногда и людей из своей жизни. Данная неделя для вас, дорогие и любимые наши скорпионы, это время, когда отношения внутри семьи и партнерских отношений потребуют от вас терпения, а порой и новых кардинальных решений. В середине недели важно уделить внимание материальной составляющей, а вот в выходные дни прислушивайтесь к информации, которая присутствует вокруг вас. Именно мнение со стороны поможет вам найти выход из сложной ситуации. Отношения с соседями, родственниками и в рабочем коллективе потребуют от вас, дорогие и любимые наши стрельцы, новых действий и новых решений. Именно сейчас могут представиться возможности для улучшения существующей ситуации в этих сферах жизни. Выходные дни – это отличное время для партнерских отношений и новых знакомств. Будьте более внимательны за рулем во вторник, среду и четверг.
Эту неделю можно назвать для представителей знака зодиака Козерог финансовой неделей. Именно сейчас этими вопросами предстоит заняться вам, наши дорогие любимые Козероги, на этой неделе. Начиная с середины недели и выходные дни – отличное время для решения давно накопившихся дел. Именно они потребуют от вас активности и терпеливости. Дорогие и любимые наши Водолеи, эта неделя для представителей вашего знака зодиака – это время, когда семейная жизнь, отношения с родственниками и решение вопросов с недвижимостью выйдут на первый план. Важно проявлять активность и не падать духом. Именно от этого зависит результат. Выходные дни – подходящее время для новых знакомств, романтического характера и общения с детьми. Дорогие и любимые наши рыбы, на этой неделе вам важно уделить внимание своему здоровью, родственникам и проявлять внимательность за рулем. Именно сейчас можно решить многие вопросы, связанные с этими сферами жизни. Начало недели – это время, когда возможны непредвиденные траты и неожиданные покупки. В середину недели проявите гибкость и здоровый позитив в решении вопросов, связанных с родственниками и соседями. Выходные дни – отличное время для общения с близкими и родными. Ну, а это был астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 января, который специально для Слуцк ТВ подготовила белорусский астролог Екатерина Олейникова. Не забывайте заходить на ее страничку в Инстаграм, там много очень интересной и полезной информации для вас, любителей астрологии. Кстати, совет, не забывайте смотреть свой прогноз не только по солнечному знаку, но и по знаку асцендента, иногда он проигрывается точнее, а рассчитать его можно очень легко в интернете. Ну а с вами была Анастасия Жигальская. Всем пока!